Окунуться в историю города Тольятти. В течение 5 дней гостей выставки «Самара» ждет насыщенная программа. Им расскажут о развитии промышленного, научно-технологического и туристического потенциала, а также познакомят с событийными мероприятиями Автограда. Также посетители смогут принять участие в мастер-классах и послушать лекции от тольяттинских спортсменов. Спасибо большое за приглашение. Это очень почетно выступать здесь на выставке. В первую очередь мы развиваем наш регион, мы развиваем наш город. Что касается, в частности, гандбола, он не стоит на месте, он развивается. Детская спортивная школа у нас очень большая. Я сама являюсь, помимо всего, еще и тренером детской спортивной школы. Поэтому мы стараемся вкладывать в наших детей все, делиться, так сказать, опытом. На открытии недели, посвященной городскому округу Тольятти, для посетителей выступили музыкальные и театральные коллективы. Каждый, кто рядом с тобой, ценит русскую душу, родные просторы. Люди, готовые смело идти только вверх, исполняя мечту. Позволь, сударыня, город именовать Епифанией. С греческого просвещения означает. Мудро уж больно, чересчур. Стартовали спортивно, с такой энергией хорошей, позитивной. Я действительно не ожидала окунуться в такую энергетику. Энергетику любви к родному городу, энергетику любви к родному региону и энергетику любви к России. Выставка «Самара» в музее Алабина проводится по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Августина Охременко, Игорь Казановский. События.